Спорт. Наконец-то на нормальный футбол пришел. Что ты хочешь у меня спросить, давай. Ты за броков или за бейбиков? Нет, я за Матч ТВ, видишь, у меня гарнитура. Слушай, подожди, Герман сказал, что три игрока так. Из броков так. Послали заявку на «Хочу вам кал». И? Ты в их числе? Сложный вопрос. Ты же знаешь, же, мне сделали очень выгодные условия, очень большая брок? Зарплата, конечно. 300 тысяч? Бери больше. 400? Ну, примерно так, возьми. Ну? То есть ты остаешься в брок? Я брок вообще, все, до мозга костей. И я думаю, в медиафутболе это моя первая и последняя команда. Ого, это сильные слова. Это очень сильные слова, поэтому как бы вы меня не пытались переманить. Как ты думаешь, кто те трое, которые от вас написали заявы? Я думаю, это кто-то. Медийный. Наверное, ты тот медийный. Же. Нет, смотри, он... нет. Ты мне не дал договорить, извини, ты меня извини. Перебиваешь. Все, прости, да. Я думаю, что это просто пытаются внести какую-то смуту в наш супер коллектив. Mm-hmm. Кто-то пытается создать такой некий дисбаланс, да. Но у них это не получится. Потому что вы семья. Мы семья, мы броки, мы единое целое. Все понятно.